Ну что, ребят, всем привет, снова я, снова видосик по Call of Duty Warzone, и сегодня мы быстренько проверим все баги, которые я за последние дни вам записал, работоспособность. В очередной, в десятый раз я вам покажу еще раз, как дюпать деньги, все работает. Экспу можно получать через покупки, какие именно покупки работают, я вам тоже покажу, без нарезок, без ничего, прямо вот как это в игре есть, как это можно сделать, я вам все это покажу. Поэтому смотрите. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на стримы каждый день с 9 и в телеге в моей, в описании она есть, вы можете вступить в беседу, то есть вы подписываетесь на телегу, нажимаете на аватарку и там будет вступить в беседу. Там около 1000 человек, людей, которые играют в ДМЗ и в Call of Duty, соответственно, Королевскую битву. И они постоянно ищут пати. Вы заходите и говорите, эй, чуваки, ёпты, бля, я пиво открыл, плойку включил, пойдемте играть. И там таких же людей найдется предостаточное количество. Все, погнали смотреть, как работают баги. Какие работают, какие эффективнее, какие менее. Вот. Итак, у нас следующий момент. Мы сейчас тестим все баги, которые есть на опыт. И проверяем, что есть. Я специально для этого сделал новак. Блин, прикиньте, оно все равно не работает. Где он? Вот оно. Так, хорошо, это я сделал. Так, что нам надо? Нам нужно найти деньги. И у нас магаз, кстати, рядом. Так что нам относительно повезло. Сейчас нам нужно найти всякого шлака. И посмотреть, как у нас еще будет. Так, это хорошо. Документики нашли. Кайф, пойдет. Бинтик. Так, а у меня что-то это... У меня, по-моему, неправильный пресет настроек. Да, вот, нормально. Так, я программист. 2 секавы на секунду. Аккумуляторы мне не нужны. У нас сейчас задача найти денег. Вот, нам нужно 5000. Возьмем синтекс. О, я уже получил уровень. Так, тут хлама насобирали чуть-чуть. Программист, да, я программист. 200 кавна на секунду к 100. Так что давайте проверяем. Багулины. Работают, не работают. Так, что-то тут людей... А, тайник запер, да? А, он умер. Что-то не понял. Тут чел был, прикиньте. Давайте кастов возьмем. А, не, он маленький. На мало патронов. Он не понял. Да я тоже осознал, что он нихера не понял. О, нормально. Мы в одном из таких ящиков можем найти себе то, что нам надо. Это этот ящичек. А что такое? Ультра-1, ищите контракты с оплатой наличными на тактической карте. Игровая консоль. Дрончик. Ну, это не КБ, здесь мне дрон не нужен. Ёпта. Испугався.
Ключ от продуктового магазина Ахмеда. Это что такое? Бабки, бабтиска, бабки. Хорошо. Так, что у нас? 1200 пока что. Так, 1200. У нас вообще мы, по-моему, уже насобирали. Блин, нам не везет. Так, короче, этих ботов мы сейчас убьем с того, как найдем ящик себе. Ёп, тут челы тоже укрепленные вон. Да. Вот обязательно было мне стрелять, ты, хуй. Мы купили рюкзак. Теперь наша задача найти ботика и дюкнуть у него бабки. Вот там ботик стоит. Одного убили. Второго убили. Третьего убили. Так, смотрите. Нам нужно оружие, которое будет оранжевым. Сейчас я захаваю арморку. Так, смотрите. Это не оранжевое. По идее, вот это оранжевое. Давайте попробуем. Попробуем на нем дюкнуть. То есть мы целимся в оружие, отходим от него. Не работает. Так. Еще раз. Не, значит, с этим не работает оружие. Нам нужно найти пушку, которая будет оранжевым подсвечиваться. А почему они не подсвечиваются оранжевым? С РПК редко получалось. Что-то оружие прям говно какое-то у них. Во, смотрите. Кидаем бабки. Вот так. Кидаем бабки. Целимся, отходим. Во, видите? Сразу сработало. Надо именно оранжевое оружие. Поняли? Так, давайте. Вот еще один. Во! Все, смотрите, я два раза подряд дюкнул. Все работает. Дюп работает инстом. Так, сейчас мы пойдем к магазу и попробуем на магазе прокачать этот. Будет ли нам давать экспу за пластинки? Пойдемте. Так, для начала купим вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Так, даем вот так. Сейчас захаваю арморки на всякий случай. Автомобиль я сразу заранее купил. Короче,
Давайте вот заходим, делаем вот так. Я сразу звук отключу и зажимаем. Погнали. Давайте дождемся лагов и откроем, проверим. Это с зажатием пробела. То есть я зажимаю пробел, и у меня вот так покупается. Ладно, давайте я не буду так делать. Оп. Третий левел. Ну там, короче, как минимум левел апнулся. То есть за арморки все еще дает экспу. Так, давайте посмотрим за вот это. То же самое должно давать. Также выходим. Мало, видимо, купили. Либо вообще не дают. Давайте еще. Походу, вообще не дают экспу за эти. Прикиньте. Давайте еще раз пластинки попробуем. Оружие надо поднимать. Оружие нужно прятать в инвентарь. У тебя специальная кнопка «Спрятать оружие в инвентарь». Тебе нужно его использовать. Не поднимать, а прятать оружие. Ну-ка, сейчас проверим. Во-во-во, смотрите, прокачался еще левел. Короче, пластинки работают. Вот пластинки 100% работают. Так, пойдемте еще раз дюпнем. Вот, кстати говоря, смотрите, еще один способ работает. Вот. А его прификсят еще не скоро. Смотрите. Садитесь вот в этот внедорожник. Видите? Но, смотрите, с этого, конечно, вы будете меньше экспиться, чем с пластинок и так далее. Но это тоже возможно. Видите, экспа заливается. Так, ищем еще одну пушку. Это говно. Говно. Пропуск цитадели. Во, РПК. Выкидываем бабки, отходим от РПК, целимся в РПК, поднимаем. Все, видите, у нас опять фул бабки. Сейчас мы сейчас катаемся на кладбище и проверим работу этого. Работу помоек. Просто кладбище — это единственная помойка, которую я знаю. Возможно, здесь где-то еще есть, но я не знаю, где здесь. Ящиками пофиксили, на ящиках что-то не дают, по-моему. На арморках только дают по 5 экспы. То есть на арморках можно все так же гличить, все нормально будет. Мы сейчас проверим этот, мы сейчас проверим кладбище. Я прям так, знаете, фуловую катку запишу и вот так ее и залью, чтобы люди зашли и посмотрели, что это работает прямо сейчас. То есть это не когда-то записано или еще что-то, это вот прямо сейчас я это сделал, я прямо сейчас это залил. И в течение этих суток, условно, ну, вот этого вечера, он как минимум будет работать. То есть мы сейчас, короче, доедем до кладбища.
Мы уже почти доехали. Вот. Там мы сейчас высадим, ну, остановимся, расстреляем всех ботов, и после этого... Так, это... Это, кстати, люди, по-моему. По первости, кстати, еще очень много экспы наваливают за этот. Так, смотрите, вот сейчас мы сюда заедем. Yep. Так. Тут челы, походу. А экспу не дают, походу. Короче, походу за этот, за мусорки больше не дают. Давайте вот этот вазнев откроем. Ага, что перегружен? Ой. Не, экспу не дают. Короче, закупайтесь через арморки. Сейчас мы вот эту штуку починим. Вот, и поедем на эвакуацию. Нам надо починиться. О, колеса надули нам. Так, и сейчас мы поедем эвакуироваться вот сюда. Откат основного слота работает через помойки? Да, да. Ты себе можешь основной слот как раз через помойки откатить. Вот, и хоть так это использовать. Ну и все, поехали на эвакуацию. Сейчас посмотрим, сколько нам за эвакуацию дадут. Сейчас узнаем, сколько нам дадут за эвакуацию. В идеале, чтобы нам дали дохера экспы. Ну, сколько он... Слушайте, а нам дюпнуть надо, ебаный стыд. Пожите. Я уехал, короче, забыл дюпнуть шмотки. Тут есть еще этот лут-то хоть? Давайте поищем. А лут-то весь исчез. Ну ничего, сейчас, короче, мы это... Мы где-нибудь ботиков увидим. Сейчас мы где-нибудь ботиков увидим, задавим их. Или просто постреляем. Они вот здесь где-то должны быть. Здесь уже лутались кстам. $1 миллион $100 Ну да, я хочу это. Я хочу посмотреть, дадут ли мне за стак денег 50к экспы.
Просто понимаете, многие люди же, у них даже аккаунт не прокачан. Вот это нужно принять к сведению. У многих людей даже аккаунт не прокачан. Кстати, для тех, кто не шарит, вот это тоже прокачка. Ну, то есть... То есть вы прилетели. Во. Кидаем вот так. Кинули вот так. Целимся в автомат. И отходим от него. Все еще в автомат целимся. Нажимаем. Зажимаем. Хуяк. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Нужно именно оружие прятать в инвентарь. Поняли? Это не подъем оружия через F-ку или через квадрат. Это именно спрятать оружие в инвентарь. Ну и все, и сейчас мы это. Сейчас мы попробуем эвакуироваться. Надеюсь, нас не подсосут. Кто там ящик поднял? Да, через таб, все верно. На ПК и, ну, в принципе, на клавиатуре по умолчанию это кнопка, этот, кнопка таб. Да, ты можешь все это сделать и сделать еще раз. Ты можешь сделать это бесконечное количество раз, закатку, пока у тебя время не закончится. Ну и все. Ну вот и все, собственно. Сейчас мы посмотрим, сколько нам дадут за стак бабок. Нам за стак бабок должны дать экспы. Вот. И в конце, после вылета, нам еще должны начислить экспы. Сейчас посмотрим. Да, с покупкой плейтов все еще работает баг. Мы только что проверили, все еще дает. За стак денег вам дадут примерно 6 левелов на пушку. То есть это нормально. То есть вы стак денег там меньше, чем за 5 минут истратите. Вам просто нужно периодически отменять. Вот. Вам нужна клавиатура в первую очередь. Без клавиатуры будет тяжелее. Вот, видите, дали 120к опыта. Итого 10 тысяч. Это, походу сейчас кап сделали на опыт. Сейчас посмотрим, сколько в конце дадут. Нет, смотрите, наваливают 30к. 30к экспы уже дали. 31. Хорошо, наваливают. 31 тысяч итого. Так, ага. И сейчас мы выйдем из игры. И нам сейчас начнут левела апать. Давайте посмотрим. Так, нам 33к экспы. Так хорошо. Правда, за бабки теперь мало дают. 33к экспы это за то, что я ботов еще много убил. И мы, получается, что, мы 9 левелов качнули сейчас за первый этот. Но это с учетом ботов, с учетом плейтов, с учетом всех вот этих штуковин. То есть, смотрите, мы докачали М-ку до 5,5, да? И докачали вазнев немножко. Но это мы проверили плейты, мы проверили работу с турелью и проверили этот... Проверили, как эта штука называется, помойку. Помойка не работает, ребят. Помойкой вы можете только вот эту штуку сделать. Смотрите, вот у вас, видите, застрахованная ячейка. Если вы потеряете оружие из этой штуки, у вас 2 часа КД начинается. Вот с помощью помойки вы можете это КД снять. То есть вы себе бабок стакнули, дюпнули себе бабок, пришли к помойке, закинули туда бабок раза 4-5, и у вас закончится вот эта штука. Ой. Они сейчас кап, конечно, порежут, и вся любовь. Ну, чувак, еще же не порезали, правильно? Поэтому, ну что, я могу сказать, ребята, пользуйтесь, пока они пофиксили. Для людей, которым нужен уровень аккаунта, это хорошо работает, очень хорошо работает. Для людей, которым нужно прокачать пушки,
Меньше чем за 10 минут апнуть себе 6 левелов пушки, извините меня, это очень много. Чтобы вы понимали, пушка в идеальных условиях, фуловая пушка в идеальных условиях, когда ты бегаешь и фармишь это в мультиплеере через убийство подтверждено, вы качаете с x2 опытом, примерно за полтора часа пушку, за полтора часа с x2 опытом. А здесь вы меньше, чем за час ее вкачаете фуловую без X2 опыта. Это очень быстро. Опять же, я только что показал вам, что в большинстве ситуаций, в большинстве каток вас никто чейзить не будет. Вас никто не будет ебать на этих магазинах. Я не знаю, где вы находите людей, которые вас там жопят постоянно. Но вот вы только что видели, я покатался 10 минут по карте, везде побегал. У меня только единственное, что вначале я убил челика, который заспавнился рядом со мной. Но опять же, он бодик-ботиком был. Так вот, все, собственно, так это работает. Мы перечислили, что у нас работает. Работают пластинки, не работают боекомплекты, не работает помойка. Работает фарм через турельку у оружия, у внедорожника. Также вы можете кататься, там что-то делать, и это тоже будет в экспу идти. То есть первое время вам тоже, даже если вы просто катаетесь по локациям, много экспы насыпает. Способ покупки плашек в КБ работает. Он должен работать, да, но я не смотрел, сколько он экспы дает. У меня, говорю, у меня основной аккаунт, он же прокачан. Такие дела.